всегда вдвоем. В созданном мраке в нем. Крылатые драконы в печали, в их пасти огонь горит ночами, а рядом нежные облака вдохновения, улетные неподражаемые видения. В пятках ночи скрыт огонь эфира, ангел ходит с лирой по луне, сколько крыльев и очей у мира зрит в потаенной глубине. Становясь пеплом, начинаешь сиять, как реально. Все реальное, так сказать. Что есть не только семя, мы жильцы лишь временной тюрьмы. Когда сердце искромсает время, я узрею свет гробницы тьмы. Заревом зорницы состоит из тайн великий мир. Кажется, что люди — это птицы, не сумевшие поверить в силу крыл.